Всем привет, друзья! С вами Кайксен Робзи и добро пожаловать в Brawl Stars! И сейчас момент истины! Во-первых, закончилась трофейная лига! Я сейчас буду забирать все эти награды. Сейчас все оно пробулькает. Ну а сейчас, пока мы с вами еще не начали, обязательно поставьте лайкусик, красную кнопку подписаться, не забудьте нажать колокольчик, а также ввести код автора Робзи, потому что прямо сейчас в игре появился новый Brawl Pass 12 сезона! Как только трофейная лига закончилась, я сейчас все это дело собираю. И мы с вами смотрим на новый Brawl Pass 12 сезона. Вот он уже в игре. Я прямо сейчас его себе буду покупать, но для этого мне нужны гемы. Подарок 300 монет. Отлично. Забираем. Гемасики, 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 гемасики. Ладно, сразу активируем. Плюс 10 уровней за 249 гемасиков. О-хо-хо! Вот он мой хороший, ребята. А теперь начинаем открывать. Но в этот раз, так как монетизации на ютубе нет. Но вы знаете, когда нет монетизации на ютубе, для меня главная мотивация — это ваша поддержка. Поэтому не поленитесь, каждый поставьте лайкусики. Я буду сейчас собирать все гемасики, потому что 70 уровней, 60 или 70, сколько их там, 70, я, естественно, не открою, потому что, ну, нет монетизации, поэтому я буду открывать до 30-го, потому что я хочу получить нового бравлера. Для меня сейчас это самое главное. Я сейчас посмотрю, сколько мне не хватает гемов, а у меня вообще гемов больше нету, на 10 уровней, то есть это примерно 300 гемасиков нам нужно будет сейчас докупить, поэтому я сейчас трачу 1790 рублей и покупаю весь Бравл Пасс до 30 уровня. Итак, этого мне должно хватить для того, чтобы получить новый спрей на 20 уровне. Посмотрите, жетончики, большие ящики, звездные очки. Да-да-да-да-да, конечно, вот они мои хорошенькие. Давай, давай, 28-й, 29-й и 30-й уровень, Джанет, у меня уже на аккаунте новый хроматический бравлер 12-й. Я просто очень сильно хотел ее получить, ребяточки, она у меня есть, она у меня есть. Где она? Где она? Меньше всего трофеев. Вот она, моя хорошая красавица. Первый ранг. 0 кубков. Первая сила. Но это пока что временно. Потому что... очки силы! Подарочек! Я в шоке. Ребята, я в шоке. Очки силы. Спасибо! Спасибо! Просто на халяву! Просто на халяву очки силы, ребята, нам прилетели. Все, мы идем прокачивать. Мы ее должны сейчас прокачать, конечно же. Все очки силы забрасываем, только потом начинаем тратить ящики. Здесь еще гемасики. Я соберу сейчас все награды до 30 уровня. Естественно, 70 я не буду. И я буду первый раз на основном аккаунте не собирать награды сразу до 70-го, потому что я не вижу сейчас смысла. Мы и так прокачаем ее на 11 уровень силы. Я в этом, ну, пока что, ну, пока, ну, думаю, что должно хватить у нас на 30-й, ой, боже, на 11-ю силу. Возможно, не хватит, но неважно. У нас есть много больших ящиков. Единственное, что они мне понадобятся потом на прокачку Бонни. Но об этом история умалчивает. Пока что Бонни появится в начале июня, и до июня еще далеко. Нам сейчас нужно... вот он, спрей, новенький спрей, разблокируем. Конечно же, золотишко, конечно же, гемасики, кстати, еще очки силы на Джанет. Давай, 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 мне нужно докачать до 7-го. Вот, еще, ребята, в принципе, до 30-го тоже неплохо. Неплохо-то получается у нас прокачивать. Вот у нас золотишечко, вот у нас очки силы. Давай, залетайте. У-у-у, кстати... чуть не забыл, пока я сейчас прокачиваю этот Бравл Пасс, я в этом видео запускаю конкурс на 10 бесплатных вот таких Бравл Пассов для вас, естественно, в денежном эквиваленте. Для этого нужно поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, в магазине ввести обязательно код автора Робзи, а также подписаться на Рутюб и на Яндекс.Дзен, ссылки в описании. А конкурс будет проходить в моем телеграм-канале, ребята, ссылка есть в описании, заходите. Я реально разыграю для вас, ну, в денежном эквиваленте 10 Бравл Пассов. Не забывайте принимать участие. Конкурс будет длиться примерно неделю. Есть шанс выиграть, ну, не у каждого, но у десятерых есть шанс, ребята. Или, если будет много лайков, может быть, еще дополнительно сделаю какой-то конкурс. Итак, мы с вами собрали, конечно, все золото, набор значков. Блин, я думал, что на Джанет что-то выпадет, не выпало. Собрали все очки силы, ну, которые я мог, конечно же, собрать. И посмотрим, насколько мы можем ее сейчас прокачать. До какого уровня она у нас прокачается на этих очках силы
Седьмой, то есть гаджет уже, в принципе, можно будет выбивать. Поэтому, ребята, забираем еще и байкер Карл, конечно же, на первом уровне силы. Это хороший скинчик. А теперь начинаем открывать, ребята. У нас все ящики пойдут на очки силы для Джанет, ребята. Мы начинаем. Гаджет! Все, здравствуйте! Здравствуйте! Уже у нас есть гаджет. Отличненько, хорошо, мне это нравится. Мне это очень сильно нравится. Мы сразу выбили гаджет. Теперь нужно прокачать, нужно 8-й и 9-й уровень силы для нее обязательно, чтобы, ну, выбить пассивки. Пассивку, точнее. Пассивочку, потому что у нас второй пассивки пока еще нет. А, гаджет на щита. На вольта. Боже, я даже забыл, что он у меня есть, ребята. Я даже забыл, что у меня, точнее, его не было. Я просто не обратил на это внимания. Ладно. Большие ящики. Сколько у нас? А, на любого бойца? Спасибо. Ну, на какого еще бойца мне нужно, как не на Джанет? Спасибо за такую щедрость. Мне, в принципе, все равно было, куда мне закинет. У меня всего лишь один боец не прокачан, который сегодня появился. Как мысли сегодня? Он появился 5 минут назад. Она появилась. Так, хорошо, очки силы. Нам нужно больше очков силы. Еще больше очков силы. Ладно, нечаянно большой ящик открыт. То есть мега ящик. Итак, насколько она прокачалась? Так, давайте, пожалуйста, может быть, хватит? Немножко не хватает на 9-ю силу. Ладно, ребят. Заходим в Brawl Pass, награды прошлый сезон, и начинаем очень быстренько увеличивать нашу силу Джанет. Просто начинаем прокачивать силу Джанет. Давай, хорошо, 9-й уровень силы. Давай, 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 пипец, нам нужно столько всего будет на нее сейчас зафармить. Опа, на 60 очков силы, спасибо. Кстати, у нее уже 9-й. Стой, блин, я нечаянно, извините. Так, давай, залетаем. Хорошо, 9-я сила. То есть мы уже можем выбивать пассивку и дальше апать ей уровень. Значит, что, мега ящик пошел. Может быть, пассивка с первого мега ящика? Нет, с первого мега ящика не получилось. Большой ящик. Еще мега ящик. Ну, пассивочку мы выбьем 100%. Не знаю, хватит ли мне ящика прокачать 11-ю силу. Я думаю, что должно хватить. Не зря я, ребята, прокачивал прошлый Бравл Пас, выбивал кучу наград. Так, 23-й уровень. Сколько у нас? Сколько до уровня не хватает? До 10-й силы. А, блин, 10 очков. Нафиг мне. О, кстати, почти 10-й! Джанет уже почти 10-й силы, ребята! Вот это я рад. Вот это я просто безумно рад. Так, хорошо, 29-й. Почти все награды собрали. Но пассивочка не выпала. Вот здесь пассивка должна быть, да? Не, пассивки нет. Кстати, 10-я сила. Все, 10-я сила, резь. 10-я сила. Увеличиваем ей. И еще нужно 1400 очков силы. Залетаем. Залетаем в прошлый сезон. 68 ящиков. Подожди, или я в этом сезоне не все собрал? Стой. Погоди. Прошлый, назад тишу. А, мега ящик! Я мега ящик пропустил, ребят! 250. О, 250, конечно же, на Джанет залетаем. Все. Бравл пас. Кстати, здесь в магазине видел мега ящик за 15 гемасиков. Почему бы его не забрать? Я думаю, что он нам понадобится. Пассивочка, ребята! Пока реактивный ранец удерживает Джанет в воздухе на большом расстоянии, видно, что происходит. В кустах, ребята, так, прошлый сезон, пошли дальше прокачивать, сколько там нужно на нее, блин, еще чуть меньше 1000, давайте, мне интересно, сколько нужно потратить ящиков, подожди, если падает с одного ящика, давайте посчитаем, примерно 80, это 20 больших ящиков, ребята, я официально заявляю, сейчас у нас будет Джанет или Джанет 11-й силы, нам остается не так уж и много, у нас уже есть гаджет, у нас есть пассивка, и нам остается, в принципе, немного ее докачать, все, смотрите, 900 очков силы у нее уже есть, еще немного, давай, Робзи, открывай ящики, не жалей, ускоряемся, можно было сразу по 10 больших ящиков открывать, было бы реально круто. Да блин, вот это мне не нравится, когда у вас один боец, и вам показывают, выберите, на какого бойца вы бы хотели... Да блин, вы серьезно? Выберите, на какого бойца вы хотите забросить очки. На какого я хочу выбрать? У меня он один. Один боец, куда нужны очки силы. Итак, еще буквально несколько, 1338, давай 1400, последний, большой ящик, все. Все, ребята, Джанет официально 11-й силы у меня на аккаунте. Вот она моя хорошая. Заходим сюда. Конечно же, скорость. У меня, правда, на скорость очень мало. Может быть, у нас есть клуб на магазин. Погодите-ка, где наш магазин? Где наш магазин на щит? Ах ты, блин! Ладно. Что мы делаем?
Какие ей лучше? Напишите, кстати, в комментариях, какое лучше ей снаряжение. На щит, на хп. Может быть, давайте ей сделаем на щит. Она, в принципе, такая себе хорошая. Хорошая и для щита, в принципе, неплохо. А вот на скорость у нас немножко не хватило. Не хватило снаряжения на скорость. Ну что, ребят, 11 сила Джанет. Вы готовы? Давайте хотя бы разочек. Батобойня? Батобойня, ребята? Или столкновение? Ну как не сыграть в одиночное столкновение за эту красавицу? На 11 силы я просто обязан это сделать. Конечно, я буду играть против ботов, потому что всегда так бросают. Блин, я просто мечтал. И это не сервак разработчиков. Кстати, я могу зарубиться с Джесси 1 на 1, и я ее выиграю, вы в курсе? Я же знаю, что я ее выиграю. Я же тестил битву бравлеров, да, против всех. Я знаю, насколько ее урон превосходит Джесси. А вот с этим вот бравлером у меня будут проблемы. Но если я буду прикрываться вот так, если я буду вот так вот прикрываться, в принципе, хорошо. Смотри, что делаем. Там у нас, смотрите, кто. Смотри, кто у нас есть. Смотри, что делаем. Полетели. Полетели. Бомбардировка. Хорошо, здрасте. Смотри, Бо пришел, все банки пособирал. Ты чё, бык, по 2700. Смотри, хоп, здрасте. Хороша чертовка, 11 баночек, ребята. Шелли, я тебя очень сильно вижу. Смотри, у нас еще и коктейль. Ребята, смотри, что происходит. Полетели. Бум. Сколько? 2800. Просто, ребята, жесть. Да ладно, Шелли, все, 4800 с удара. Офигенно крутая. Просто лучшая бравлерша, которую выиграй бой 2 раза, выиграй бой 15 раз. Играть снова, победи врага 15 раз. Куча квестов, которые нужно будет выполнять. Но согласитесь, ребята, бравлер очень сильный. И если вы тоже хотите себе получить ее совершенно бесплатно, ну как, Бравл Пасс прокачать и получить, допустим, когда выиграете в конкурсе, 10 штук, можете от меня реально принимать участие. Так, здравствуй, Пока. Тебе у меня хватит на 4 удара, ты меня пробить не сможешь, у меня 11 сила. Ты что, пошутил, что ли? Так, здесь у нас сразу несколько ящиков, у нее очень прикольная атака. Она, конечно, не такая крутая, как у Тары. Но атака все равно прикольная. Смотри, что делаем. Опа, и гаджет пошел. Привет. Оп, здравствуйте. А я догоню? Блин, догоню. Я хочу догнать. Давай, блин. Не попал. Хорошо. А гаджет мы уже снесли, да? Кстати, если вы не знаете, в каких кустах сидят ребята, просто приходите вот сюда, собираете баночку, собираете, и вот так вот. И вот. Собираете еще коктейльчик. Здесь у нас Джесси. Оп. Так, привет, Джесси. А вот зажимать надо подольше. Уу! Минус 2 просто сдуло! Просто пацанов сдуло! Ребята, давайте так. Сейчас я заканчиваю видосик и иду прокачивать ее. Ну, насколько смогу кубков, настолько я прокачаю. А вы обязательно поставьте лайкусик, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Увидимся. Покедова.